Всем привет. Приехал на двухдневную рыбалочку с ночевкой, скорее всего. Не знаю, дождь идет. Периодически я уже на рыбалке где-то час. Снимать не получается. Был сильнее, сейчас вот чуть-чуть послабже стал дождик идти. Голавликов полавливаю, вода ушла еще где-то на 30 сантиметров с последнего раза. Попались пару штук таких уже достойных, уже, ну, грамм по 200 хотя бы. Окунёк берет на микроблесен. Сегодня выходной. Конечно, народу очень много. Ловить будет тяжело. Плюс дождь не особо даст снимать. Буду пробовать. Видео, наверное, на две части разделю. На сегодня, на вечерок и на завтра утро. Все, смотрите, что я поймаю. Так что по рыбалке. Дождик вообще не дает толком не поснимать ничего, задолбал он уже. Джиговал на щуку, хотел с вами прям какую-нибудь покрупнее рыбку-то хоть поймать. Ничего. Сейчас заплыву в такую протоку небольшую. То есть здесь окуней ловить. Щучка мелкая попалась. Но дождь как раз сильный шел. Вот поклевка была. Но пока что-то нет. Плоховато. Плоховато. И погода не дает ничего поснимать. Спал на ямке, вот поджиговать. Взяла. Небольшая. Блин, погода замучила уже. То дождь, сейчас ураган начался. Сюда. Сошла. Вот рыбку не оставила. Ничего. Вон она стоит, даже не уплывает. Начало есть. Так, покидал на ямке полчаса. Все, вот как была одна поклевка. Щучка взяла с первого заброса, получается, здесь. Больше нет ничего. Судака почему-то нет опять. Высокая вода нет. И по низкой воде тоже его здесь нет. Хотя, кроме как на ямах, ему уже делаться негде. Погода меняется. Дождь, ветер, дождь, ветер. Может, это ему не нравится. Все, сейчас дальше поплыву. На головлиные места. Попробую. Головлик вроде сегодня брал. Так, подплываю к головлиной коряге. Где, скорее всего, нет головля. Потому что в последнее время вместо него здесь стоит окунь. Рано я, конечно, бросать начал, не доплыву жди меня. Надо кого-нибудь вытащить отсюда. Волшебный заброс. И место, считай, испортил я. Пока сейчас поедешь отцеплять. Перепугаешь всю рыбу. Ну, естественно, проехал катер. Куда же без этого. Плюс я и сам тут начудил. Ну, попробую кинуть сама, мало ли. Вдруг какой совсем голодный. Но навряд ли. Довольно-таки пугливая рыба. Да. Взял окунёк. Как ожидалось.
Ему без разницы, катер, не катер. О, еще один. Тоже возле лодки взял. Тот под берегом клюнул. А это догнал. Размер совсем детский, конечно. А все, вода упала. Теперь тут крупного окуня не найдешь. Он здесь только по высокой воде клюет. Куда потом девается, не знаю. На Волгу, наверное, уходит. Большая редкость тут. Сейчас они все вот такие. С ладошку чуть больше. Стандартные. Даже наоборот, чуть меньше. Они сегодня-то мне уже на джиг надоели. Но зато щука вроде должна появиться. Щука, голавль, когда вода падает, более активно себя ведет. Блин, думал, щука взяла. Так у меня. Я говорю, ушел. Но он остался еще хороший. Так, приплыл немного это. Окушка половить. Это все упираюсь. Хочется щуку поймать, а поклевок вообще нет. Соскучился по поклевкам. Здесь вроде окушок всегда на ублерки берет в этом месте. Я без камеры одного поймал. Включил. И все. Да не, сейчас должна. Сейчас возьмет. Так, наконец-то взял на проводке, наверное, шестой точно. Не так он здесь активно жрет, как обычно. И окунь мелковатый. Йо. Кровище полилось. Ничего, выживет, не. Еще один. Же по размеру поставил кислотный иончик диповый. Вдруг он кислоту хочет. Так, ну вот взяла я на иончик. Какой воблер, такая и рыба. Ой, ну это реально трофеище. Тихо, тихо, тихо. Жить будет. Ох, включил камеру, поклевка была. Тут сошел. Тащил. Казалось бы, зачем ловить на такие уж совсем мелкие воблера. Но это в середине лета это выход. Хоть просто рыбу в руках подержать.
потому что даже чуть-чуть уже на 50-е, 60-е. Тяжело поклевку добиться. А это развлекуха. Поклевочка. Что-то уже второй раз не просекается. Сейчас тоже поклевка была. Мне кажется, щука была, потому что очень мощно так ударила. Но тоже не засеклась. А сейчас вот такой окунёк, наверное, бил. Крючки там очень мелкие, конечно. Надо еще хотя бы одну рыбку на него поймать. Крэкджека поставить. Я его что-то сегодня кидал-кидал. Никак разловить не могу. Может, здесь кто захочет его. 48-й, что ли, там. Так, на ион больше что-то поклевок не было. Поставил крэкджек. 48-й. МРК. Надо разловить. На его счету пока еще нет поимок. Первый заброс здесь. Есть рыба. Крючки меня его красные вот эти смущают. Мне особо не особо нравится. Хамсинчик мне уже приносит с третьего шнурка за сегодня. Первых двух я не снимал, дождь шел. Но были один побольше, наверное, один такой же. Хорошо. Шнурки есть, вырастут. Мелочь. Совсем какой-то. Разорвал мне всю приманку. Новенькую силикошку насадил. Сейчас, думаю, сразу поклевка должна быть. Вообще рыбка вроде это активизировалась. Все уж осталось недолго, да, ночи. Какой-то вечерний клёв должен быть. Сейчас немножко постою на джиг и поеду всю эту протоку кидать воблера 100-е, 110-е. Хочу все-таки щуку вечерком вымучить. Хотя бы одну. Ну что, ты не клюнешь? То на каждой проводке клевал. На каждой. Вообще сегодня не снимал джигом, когда ловлю, не знаю почему. О! На джик окунь мелкий идет. Чуть силикон покрупнее ставишь. Нет поклевок. Что-то такое уже надоел. Были бы они хоть раз в три побольше. Сейчас я твичил. Минохи надоело.
Ни одного выхода из щуки вообще не видел. Ни одного. Решил уже проверенными бойцами поработать. Ё-моё, иди сюда. Щукой у меня не срослось. Уже скоро стемнеет. Приехал опять на окуневую точку. Хотя кушков половить, не знаю. Миношки, твичил. Ни одного выхода вообще. Ни всплеска нет, ничего. Сейчас попробую уж немножко окуней половить, да буду заканчивать. Чёрт. Наверное, сегодня заключительная поклевка. Дежурный окунёк с этого места. Небольшой. Большие кончились. Кажется, еще один небольшой окунёк хапнул. Что-то не сопротивляется, вроде неплохой. Обнял его. Окунь-то хороший. Вот такой вот. Классный. Так, отцепили. Опускаем. Здесь на поворотике еще кидаю. И хватит. Какой-то мелкий присосался на джиг. Никак не уеду я. Все, последний заброс. Совсем. Так, кто-то хороший клюнул. Кушок, наверное, поприличней. Прям давит. Неплохо. Или с травой, либо это. О-о-о, куда он завел? Блин, это кажется прям реально хороший должен быть окунь. Не зря я не уехал. Да-да, горбатый. О-о-о, блин, сошел. Грамм 700-800 был. Жаль, жаль. Взял вот на копию с Алиэкспресс на Хоги Шримп. Лаки Джон. Ладно, ничего страшного. Так, ну что, подведем итоги дня. Рыбалка сегодня вечерняя, так сказать, на троечку. Ух ты! Вот это поклевка. Блин, опять окунь хороший был. Спад воды что-то не пошел. Да что ты? Рыбе на пользу. Я опять уплывать собираюсь, а тут поклевки пошли. Так вот, щука молчит. Много времени сегодня уделил ей. Но никак, никак пока что. Окунь уже поднадоедать начал первое время. Как интересно, конечно. После запрета. Но сейчас уже хочется щучку половить. Надеюсь, завтра утром дела будут получше. В конце вот так ушок порадовал. Желток
в руках не подержал. Ничего. Ну все, до следующего раза. Пока.